Казачьи мотивы задают тон всему празднику. Все, чем богата Кубань – песни, угощения и колорит в одном месте. Только раз в год площадка перед законодательным собранием края меняет свой облик и становится своеобразной картой сельского туризма. Варианты провести свои выходные вне Черноморского побережья на любой вкус. От изготовления гончарных изделий до дегустации устриц. А в подворье российской здравницы Анапе даже провели мастер-класс резьбы по дереву. Чем завлекают станицы и поселки туристов, проверили глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Губернатор Краснодарского края и спикер кубанского парламента зашли в каждое подворье и пообщались с их хозяевами. Все 44 района подготовили экспозицию, где разместились мастера и сельхозпроизводители. Всего их около 500. Везде гостей встречают с особым радушием, с хлебом и солью. Именно такой теплый прием и ценят туристы со всей страны. В подворье Успенского района русские народные песни смешались с кавказской лезгинкой. И это не случайно. В муниципалитете проживают около 50 национальностей. На этой земле мир. Мир. Давайте его сохранять. Между народами, самое главное. Сохраним мир между народами. Сохраним мы нашу землю. Вот это самое главное. Давайте будем умнее. Умнее и не допустим схватку никакую. Только на спортивных коврах. Самбо. Дзюдо, борьба, греко-римская, вольная. Вот там должны быть схватки. Вот там. Спортивные. А в мире, в нашей жизни, мы должны жить по-настоящему, как братские народы. И тогда эта земля будет в надежных руках. Тогда наши дети будут рождаться, внуки, под мирным солнцем, под мирным небом. Это залог процветания всех нас. И этой нашей красавицы земли. Выставка агротуризма проходит уже в пятый раз, и с каждым годом число участников только увеличивается. В этом году свою продукцию представили и гости из Крыма. Народные умельцы, сельхозпроизводители и фермерские хозяйства приезжают сюда не только себя показать, но и обменяться опытом с коллегами из других поселков и станиц. Владимир Мартыненко из Кущевского района на выставку приехал за туристами. Его альтернатива – пляжному отдыху, охота и рыбалка. О своем проекте он рассказывает губернатору. В его гостевой дом уже потянулись отдыхающие, но развивать дальше свое дело ему мешают бюрократические проволочки. Вениамин Кондратьев отметил, что тем, кто только начинает свой путь в сельском туризме, краевые власти готовы оказать поддержку. Курорты. Я уже говорил о том, что сегодня отдыхающих много, но все они на море. А мы должны хотя бы четвертую часть, ну пусть пятую, отвлечь на наши сельские территории, там, где мы хотим агротуризм создать. Мы должны быть первыми, которые дадут им не то, что спасательный круг, а создадут платформу, по которой они будут не барахтаться, а твердо идти, чтобы вы создавали те элементы агротуризма, которые будут магнитом для туристов со всей страны, ну или из нашего края. Деревенскую романтику все чаще предпочитают пятизвездочным отелям и морскому бризу. Одно из популярных направлений – эногастрономический туризм. Валерий Давыденко только в начале пути. Он занимается гаражным виноделием, выращивает виноград столовых культур из отечественных сортов. Без масштабных производств и огромных виноградников, зато делится фермер, напиток получается натуральным и эксклюзивным. У нас при поддержке президента России Владимира Владимировича Путина сегодня готовится проект федерального закона, по которому количество декалитров будет приравниться к количеству соток либо гектаров виноградников. И тогда это будет настоящее российское вино. Потому что мы будем смотреть, сколько ты вырастил винограда, и вот ровно столько можешь произвести вина. А если у нас количество вина растет, а количество виноградников нет, то мы превращаемся в цех по розливу непонятно какого суррогата. Либо того, что везут к нам в цистернах, на баржах, а потом разливают. Вот сегодня мы должны гордиться нашим кубанским российским вином. И я думаю, если федеральный закон будет, то у вас будет уверенная завтра. Малые предприниматели делают в своих хуторах и поселках большое дело, открывают свои фермерские хозяйства и мастерские, которые в будущем занимают свое место в экскурсиях туроператоров. Некоторые уже готовы выходить на качественно новый уровень. Кирилл Козлов из Новокубанска угощает гостей выставки домашним мармеладом и халвой. Его продукт уже отмечен знаком качества, сделанным на Кубани. Поставки натуральных сладостей налажены в магазины и через интернет. По мнению предпринимателей, это может стать идеальным подарком, который привезут из Краснодарского края. Столкнулись с тем,
очень мало вот такого формата подарков с Кубани. Люди приезжают, у нас есть все сладости, кроме кубанских подарочных сладостей. Вот это есть эмоция, это есть впечатление от Кубани. Они могут это тоже сделать сувениром. Мы упаковку такую создали, чтобы она передавала эмоциональность нашего продукта. Вот подумай, это поставьте аэропорты, вокзалы, поставьте, создайте для них тоже выгодные условия. Поставьте их на потоке туристов. На набережных курортных городах, везде, где уезжают, приезжают отдыхающие, отдайте тем, кто производит нашу кубанскую продукцию. Ребята, это маленький штришок, который сделает экономику районов и края. Краснодарский край сегодня единственный регион в стране, который законодательно закрепил понятие «сельский туризм». Это позволяет наращивать поддержку и увеличивать гранты для хозяйств. Губернатор отметил, что для развития этого направления краевые власти и дальше будут создавать все условия. Что продает агротуризм? Он продает эмоции, впечатления. Вот что он продает. Мы должны продавать это, и это будет продаваться. Потому что дефицит того, что есть в душе, сегодня очень сильный. Вы сами знаете, мы становимся городскими. Мы урбанизм, целую науку сделали о жизни в городе, но забываем, с чего начинались города. Жизни на земле. Агротуризм без вашей поддержки невозможен. Да, сегодня мы оказываем господдержку. Нам важно, чтобы вы сами были уверены в успехе. Вы, те, кто и делаете агротуризм. Вы должны быть убежденными сторонниками того, что это не только традиция, помноженная на прибыль. Это на самом деле завтрашний день села с точки зрения нашего туристического комплекса под названием Кубань. Это наша земля, она бесценна и бездонна своими традициями, культурой, эмоциями и впечатлениями. Сельский туризм – перспективное для Кубани направление. Наш край поразительно богат не только природными, но и рукотворными красотами. И те миллионы отдыхающих, которые ежегодно приезжают к нам, будут увозить с собой воспоминания не только о приморских пляжах, но и о красоте кубанской глубинки, о том, какие гостеприимные, талантливые и творческие люди живут в нашем крае. В рамках выставки «Агротур» назвали лучшие подворья и фермерские хозяйства по итогам прошлого года. Победители конкурса получили субсидии на дальнейшее развитие туризма на селе. Елена Касабова, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.